Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Анатолий, вместе с вами сегодня я хотел бы коснуться снова темы фитнеса. И фитнес – это пища для нашего тела. Я повторюсь еще раз. Все разнообразие фитнеса – это пища для нашего тела. И когда человек пренебрегает фитнесом, когда он его не использует в своей жизни, тогда тело его приходит в слабое состояние, оно увядает, и оно не может справляться с теми нагрузками, которые выпадают на его долю в этой жизни. Кроме того, во время немощи, во время болезни фитнес – это лекарство, которым нельзя и не нужно пренебрегать, а нужно его использовать. Я хотел бы, чтобы вы вновь порассуждали на эту тему. Я вам желаю Божьей милости и благодати. До свидания.